О, мистер Марстон, как у вас дела? Я в порядке, мисс Макфарлен. Спасибо. А вы как? Я тоже спасибо. Ну там как твои ребра? Нормально. Немного побаливают, но кроме пары новых шрамов, как будто ничего и не было. Хорошо. А, заходи, заходи. Знаешь, ты никогда не рассказывал мне, как встретил этого Билла Уильямсона и что тебе от него нужно. Да, мисс, не рассказывал. Ну а почему? Ничего, что я спрашиваю? Ничего страшного, если вы готовы к тому, что я не отвечу. Понимаете, это очень запутанная и в некотором смысле грустная история. И если я расскажу вам, то не только ваша жизнь будет в опасности, но и жизни людей, которые мне очень дороги. Я прошу прощения, если показалось любопытной. И я извиняюсь за свою скрытность. Надеюсь, вы верите, что это лишь из уважения к вам. Разумеется, мистер Марстон, я понимаю, что горожанин вроде вас может иметь экзотические тайны, которые могут шокировать жителей глубинки. Я не городской, мисс. Да, но я видела, как вы садились в поезд из Блэквотер. Вы и те джентльмены в котелках. Но это не делает меня городским. Держу пари, вы даже не умеете ездить верхом, мистер Марстон. Я ненавижу брать деньги с женщин, мисс. О, вам и не придется. Начнем гонку прямо сейчас. Если это сделает вас счастливой, посмотрим. Хорошо, я покажу вам, как мы ездим в этих краях. Считаю до трех. Три, два, один. Надеюсь, вы не собираетесь быть джентльменом в этой гонке. Плохо меня знаете, мисс Макфарлен. Давайте быстрее, мисс Макфарлен. Вот она, мужская гордость. Это было весело? Конечно. Вы знаете, вам следует навестить маршала Армадилла. Я уверена, что он может помочь вам разобраться с этим славным мистером Уильямсоном.
Да, я думаю, что сделаю это, мисс Макфарлен. Делайте то, что посчитаете правильным, мистер Марстон.